На просторах ТикТока я увидела, как одна девушка рассказывает про свои стрёмные свидания из Тиндера, и я решила поделиться одним своим таким. В принципе, их было немного, но я подумала, что, может, кому-то будет интересно, или какие-то девушки вынесут определенный урок из данного видео. Общались мы с одним парнем где-то полдня. Время близилось к 10-11 часам вечера, он меня позвал в кальянную. В принципе, я побаиваюсь выходить с парнями поздно вечером куда-либо, ну, с незнакомыми. Но я подумала, так как кальянное, людное место, то можно сходить, почему бы и нет. Я начала у него выведывать название этой кальянной. Он сначала морозился, говорил, что она находится возле его дома, там он сам на меня доведет. Я говорю, скажи мне точное название. Ладно, он сказал. Я в 2GIS посмотрела, где это находится. Дальше он мне говорит, я вызову тебе такси. Я говорю, хорошо, сажусь я в это такси, еду. Смотрю по 2GIS, мы ехали в то место, где находится кальяна, но в итоге завернули чуть раньше. И такси останавливается около какого-то здания. Я звоню этому парню, я говорю, ты где? Почему меня довезли не до кальяны? Он говорит, сейчас я выйду. Выходит из какого-то здания и говорит мне, идем, заходи сюда. Я говорю, кальяна же находится в другой стороне. Я говорю, ты же мне говорил про другую. Он говорит, идем, заходи сюда. Тут, говорит, кальянная. А знаете, здание такое, что непонятно, что там внутри. Как я выяснила потом, это, видимо, дом какого-то нового типа, нового образца, не знаю, как правильно говорится. То есть не было понятно, там внутри квартиры, офисы или что. Ладно, мы туда заходим. На первом этаже вообще ничего нет, ни квартир, ни каких-то кабинетов, вообще ничего, просто вообще. Я ему говорю, где кальяны, что ты придумал? Он говорит, идем, говорит, на второй этаж, идем. Говорит, кальяны там. Я говорю, хорошо, поднимаемся мы туда. Я уже вижу то, что там уже начинаются квартиры. Я говорю, что ты придумал? Куда мы идем? Что за прикол? Он говорит, все нормально, идем, тут кальянная. И знаете, с таким уверенным видом мне это говорит, прям смотря в глаза. Я уже не уверен, шагом такая за ним плетусь немножко. И он открывает дверь в квартиру. Он говорит, идем, заходи. Я вижу, что, ну, блин, это квартира, все. Я говорю, что такое? Я говорю, ты говорил, что мы пойдем в кальяну. Он говорит, ну, какая разница, говорит, тут покурим кальян. Я говорю, фишка в том, что ты меня обманул. Ты мне сказал, что мы идем в кальянную, и, говорю, так просто поступил. Он мне отвечает, а что в этом такого? Мы же тут покурим кальян, тут намного спокойнее, тут намного лучше. И просто, знаете, мне было страшно, как бы он меня не запихнул в эту квартиру, потому что соседей на улице, здесь соседей вокруг никого нет, он гораздо крупнее меня, и мне было страшно. Но в итоге я смогла быстренько убежать, вот.